Цель мероприятий – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, выработка навыков поведения детей на проезжей части и вблизи нее. Занятия проводятся в игровой, а значит, понятной для детей форме. Для каждой возрастных групп полицейские разработали отдельный сценарий мероприятий, в которых активное участие приняли педагоги школы и детских садов. Детям рассказали о том, что любое нарушение правил дорожного движения может привести к тяжелым и непоправимым последствиям. Так, с начала года в Сочи произошло 29 ДТП, в результате которых один ребенок погиб, а 38 получили травмы различной степени тяжести. Еще раз стоит напомнить водителям транспортных средств, что в этот период необходимо быть еще более осторожным и внимательным за рулем своих автомобилей. Увидев маленького пешехода, заблаговременно сбросьте скорость, дайте ребенку спокойно перейти проезжую часть дороги. Мы также обращаемся к родителям. Еще раз повторите с детьми правила дорожного движения. Сотрудники ГАИ отмечают, что подобные акции не разовые, это целенаправленная постоянная работа. Полицейские надеются, что такие мероприятия позволят значительно сократить количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей.